Сказал он, звезды расступились, и до края неба возвещало всем тайна воплощения. Ангелы склонились, и вошел Спаситель ночью в Вифлеем. Тайна воплощения. Спаситель ночью в Вифлеем, обитавший в славе, в свете неприступном и превыше самых отдаленных звезд, он сошел на землю, людям стал доступным в простоте. Спаситель ночью в Вифлеем.